Пользователи соцсетей вновь обрушились с критикой на реставраторов, которые в очередной раз лишили привычного облика объект культурного наследия столицы. Речь идет о восстановлении барельефа станции метро «Сокольники». Москвичи в шоке. Но реставраторы уверяют, что замысел сохранили. О том, почему метростроевцы теперь больше похожи на деревянных солдат Урфинджуса, репортаж Александра Карпова. Ужасно, что так относится к истории. Тяп-ляп сделано, видите, вот. Редкий прохожий не вздрогнет, увидев, во что после реставрации превратился исторический барельеф на павильоне станции метро «Сокольники». Лица искажены гримасами боли, а иные фигуры мало напоминают человеческие. Ну вот, примерно таких же фигурок я лепил, когда был маленький. А вот так барельеф выглядел до реставрации. Обратите внимание, фигуры практически лишены лиц. По словам сына архитектора станции Ивана Таранова, именно таков и был первоначальный замысел скульптора. Носы и рты были прорезаны или нет? Минимально, это был намек. Здесь не было задачи, повторяя, добиться, вот что это гомо сапиенс работает, вот у него ноздри есть, ресницы, уши и так далее. Нет. Это был подвиг массы. Действительно, на барельефе увековечены метростроевцы в шахте с вагонетками и отбойными молотками. Сокольники – первая конечная станция первой линии метрополитена в СССР. Ставит последнюю вагонетку грунта. Именно отсюда 15 сентября 1935 года отправился в путь первый в истории метро поезд с пассажирами, которыми были руководители государства, всесильные наркомы и те самые комсомольцы. Если верить барельефу в его нынешнем виде, метрополитен строили сюрреалистический человек с двумя ртами, окончательно развинтившиеся франкенштейны и рабочий из другой галактики, то ли с клювом, то ли с хоботом вместо лица. Все это стало похоже то ли на армию Урфинджуса из «Волшебника изумрудного города», то ли на батальную сцену из «Властелина колец». Правда, у столичного департамента культурного наследия пока нет претензий к исполнителю работ. Реставраторы не меняли и не фантазировали. Они просто очистили поздние наслоения. И сегодня барельеф выглядит именно так, как в 1935 году. Халтурщики при товарище Сталине, их бы расстреляли. Кто же прав? Мы разыскали несколько фотографий станции «Сокольники» 30-40-х годов. Ни на одной из них не удалось найти и намека на вылепленные скульптором лица с гримасами. Кроме того, павильон является объектом культурного наследия, реставрировать который должны по особым правилам. Был объявлен тендер на выполнение работ. Была установлена цена. И та организация, которая предложила меньшую цену, стоимость именно с этой организации и был заключен контракт. По отношению к памятникам это абсолютно неверный подход. Тендер на огромную сумму 679 миллионов рублей выиграла некая ООО «Стройстандарт», в списке объектов которого еще одна историческая станция метро – «Красные ворота», варварская реконструкция которой также завершилась громким скандалом. Можно ли вернуть памятникам первоначальный вид – большой вопрос. Ну и, разумеется, немалые дополнительные траты из бюджета. Александр Карпов, Сергей Ухваренок, Маргарита Королева, «Вести».